заказ для дочери Киры с сайта AliExpress. Здесь у нас шикарнейшее кольцо с желтым золотом. Поставляется в блистере без всяких аббревиатур, штрих-кодов и всего остального. На золото, конечно, оно не похоже, но тем не менее здесь очень шикарно сделан цветок. Цветок, конечно, бомбический. Здесь имеется свойство разгибать и сгибать его, то есть он не зафиксирован жестко. Здесь нет никаких абсолютно намеков на пробы на цифры, но кольцо выглядит вот так. Ребеночку очень нравятся украшения. Похоже ли оно на настоящее? Ну да, но просто что цвет выдает, конечно, слишком желтый. И небольшие вот такие вот изъяны. А так, в принципе, очень даже ничегошное кольцо. Вот, сделано. Оно раздвигается, то есть делается больше-меньше. За счет этого оно более-менее универсально. Размер где-то 17-16,5. Вот так выглядит на пальце. Не знаю, ребенку, я думаю, понравится. Если не понравится, тогда, может быть, понравится жене. Посмотрим. Время покажет, как носится эта сталь. Магнитится она или нет, мы проверим прямо сейчас. Нет, магнита нет никакого. Возможно, даже это и пластик просто обычный. Ну, будем посмотреть. Кому понравился данный экземпляр, можете заказать по ссылке в описании. Всем пока!